Уважаемые друзья, всех приветствую на канале «Дача мечты». Давненько, давненько не снимались мы, не заливали новые видосики. Виной тому, конечно же, зимний перерыв. Но я решил так долго не скучать, тем более скоро открытие сезона, скоро конец зиме, как ни крути. И я решил, так скажем, из заученной такой фразы начать наш видео. Долгими зимними вечерами мы, как коротаем в основном, пьем кофе-чай с плюшками, там, с печенюшками, с пирожками, помпушками и так далее. И вот я решил попробовать вот такой вот, племяшка привезла из Испании, там очень популярный такой и чай, и вообще запаривают стевия. Стевия, во-первых, это и заменитель сахара, глюкозосодержащий такой продукт, точнее лист с такого растения с одноименным названием стевия. Вот я сейчас и хотел попробовать такой чай. Чайник закипает, а мы тем временем не скупимся на лайки. Ставим лайк. И сейчас я из этого пакета сыплю сюда немножко листа стевии и будем заливать кипяточком. Уже слышно, как закипает чайник. В данном случае именно этот пакет разрезать не придется, он аккуратно вот как сделан, такими зажимчиками. Вот мы немножко, сейчас его много не надо, сказали несколько листочков будет достаточно, вот не больше. Все, а остальное также и упаковываем, как и было. Аккуратно. Вот. Удобная упаковка, экологическая. И это все мы. Итак, сейчас настрою, чтобы было все красиво видно. Так. Заливаем кипяточком. Обалдел, уже пошел аромат. Уже аромат пошел, друзья. Конечно же, по вкусу, кто как пьет обычно. Я всегда, не знаю, говорят, самый лучший вкус ощущается, конечно же, без сахара, что чай, что кофе, но я всегда на большую чашку 2 ложечки, на малую 1, но все равно добавляю. Ну, приучен так, что сделаешь. Слегка помешиваем и оставляем, чтобы, ну, и слегка остыл и запарился чаек. Посмотрим, что же по вкусовым качествам нас ждет. Вот. Кому будет интересно, пишите. Я даже напишу, какой именно марки, откуда, чего, почем. Ну, судя по надписи, это Испания, скорее всего, потому что племяша привезла с Испании этот чаек.
Так что ждем, друзья, когда запарится наш чаек. Кто хочет, может добавить лимончик, конечно, не помешает. Либо под прикуску, под печенюшку, у кого какие есть под рукой. Возможно, кто-то любит соломку сладкую, хрустящую. Либо бабушкины или мамины пирожки, коржики какие-то. Я, допустим, больше всего люблю с какими-то бутербродиками. Вот пока я себе буду готовить бутерброд, мы будем наблюдать, как заваривается чаек. Уже видно, листья опустились на дно. Немножко мусора есть, но с этим можно справиться очень легко. Это видно остатки. Вот. Полный порядок. Еще пару минут, пока совсем не остыл, уже свои, наверное, все свойства листы практически отдали. И мы будем уже пробовать вот такой прекрасный чаек. Во. Процесс заваривания уже завершается. Ну, многие говорят, что нужно закрывать, накрывать, так лучше. Не спорю, да, что-то в этом есть. Даже есть специальные чашки для этого. Я по старинке вот так вот полюбляю. И я думаю, хуже он от этого не станет. Вот такой где-то 300 грамм здесь, 300-граммовая чашка. Я думаю, для того, чтобы насладиться и испытать полностью все качества и все прелести вкуса данного чая, напомню, это растение называется стевия. Аромат и, как мне сказали, даже кто любит без сахара, то и сахара не нужно. Ну, у меня привычка, знаете, как даже есть пример, мне однажды приводили. Есть люди, которые в меру посоленное блюдо все равно досаливают. Ну вот, что сделать. Такая привычка, это уже с годами выработанная. Вот. Так что будем пробовать. И вам всем, кто смотрел это видео, приятного аппетита, приятного чаепития. Присоединяйтесь, я сейчас буду тоже пробовать. Честно говоря, когда-то давно я уже пробовал этот чай. Ну, это было так давно, что я забыл вкус этого чая. Сейчас буду возобновлять. Ну что ж, друзья, как и анонсировал, приступим к нашему зимнему чаепитию. Чтобы не скучалось и не хворалось, нужно пить теплый чаек долгими зимними вечерами. И не унывать, что пока что зима, на даче делать нечего. Скоро, буквально 2-3 недельки, и уже можно начинать с первой весенней обрезки деревьев. Мы уже немножко осенью порезали, ну, из запланированного более половины обрезали, в смысле, с мамулей. А этой весной еще немножко пройдусь так косметически, где чего, может быть, подзабыл, обрежем деревья. Ну, и я так планирую, числа 15-17 марта будет первый выпуск, серия номер 1, начало сезона, дача мечты, уже непосредственно с нашей дачи. Так что не пропадайте надолго, обещаю, и с моими видосиками я надолго не пропаду.
Всем приятного чаепития. И обещал же, поделюсь впечатлениями. Действительно, можно было сахара много не бросать. Это первое впечатление. И есть вот такой вот аромат, что-то между мятой и, наверное, скорее липой. Липа, мята, что-то непонятное. Ну, необычный привкус и аромат. Пока еще горячевато немножко. Ну, ух, аж дух захватило, такой горячий еще. Одно я точно могу сказать. Вкус и привкус и аромат не похож ни на что. Что-то между, типа, вроде, но я не жалею, что я опять вспомнил этот вкус, который я когда-то, я же говорю, уже один раз я пробовал этот чаек. Ну что ж, не буду больше вас соблазнять. Жду лайки, подписывайтесь, друзья, рассказывайте своим знакомым, близким о нашем канале. Скоро я планирую еще более интенсивно снимать, делиться секретами садовыми, огородными, дачными, в постройках, в разных даже рукоделиях, рецептах. Секреты борьбы с разными заболеваниями в саду, в огороде и с вредителями. Все интересует на нашем канале. У нас очень много информации планируется. И отдавать, и принимать от вас, естественно. Надеюсь на вашу помощь. Всем до скорых встреч. Здоровья, мира, счастья, любви, добра. Всем пока. Всем удачи, друзья. Ухожу. Ну, а чаёк, конечно, да, прелесть. Забираю чаёк и ухожу. Но надолго я не прощаюсь. Всем удачи. И не забывайте, лайкосики с вас. Пока, счастливо.